Вторые сутки продолжаются поиски пропавшей в Еврейской автономной области девочки. Спасатели, волонтеры, кинологи, всего около 100 человек прочесывают лес и окрестности. Операция не прекращается ни днем, ни ночью. Задействован беспилотник. В среду водолазы обследовали колодцы и ближайшие к поселку водоемы. Была версия, что ребенок мог утонуть, но она не подтвердилась. Трехлетняя Надя пропала вечером 13 июня. В тот день мама девочки была на рыбалке, за ребенком присматривали бабушка и дедушка. По их словам, девочка просто исчезла со двора. Мама Надя обратилась за помощью к экстрасенсам. Они сообщили, что ребенка похитили. Следствие эту версию тоже не отвергает. Опрашивали соседей, но посторонних в этот день на улицах никто не видел. Поиски осложняются погодными условиями и особенностями местности. Местность лесистая, болото, обследуется все окружающие территории вокруг села Волочаевка-2, села Волочаевка-1 и поселка Даниловка. То есть территория охвачена уже порядка 40 квадратных километров. Здесь были сложности, то что у нас вчера-позавчера был дождь, температура была низкая, ребенок был легко одет, поэтому время у нас тоже идет на часы. Сегодня у нас очень жарко, поэтому мы надеемся, и все на это надеются, кто принимает участие в поиске, кто неравнодушен к этому, что ребенка найдем живым.